Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. Мы продолжаем проходить Спасение 2. Закончили мы на том, что не стали проходить сюжетное задание, да, и мы с него и начнем. Машины наши пока возвращаются. Давайте их дождемся. И пока посмотрим, что у нас там произошло. Столкновение автомобилей на огромной скорости стало причиной пожара на мосту и на прилегающей к нему участке. Ну, мы видим, что нужна скорая. Так, давайте мы, наверное, будем потихоньку отправлять туда машины. Так, скорую, лестница нам нужна. Так, это у нас на задание. Одна пожарка у нас есть. Вот эту тоже можно отправить. А, нам 4 машины только можно отправить. Давайте пока эту тогда не будем. Отправим вот эту. А там, походу, уже будем ориентироваться. Так, есть у нас машина, давайте туда зайдем, посмотрим, что нас ждет. Так, травмированные у нас есть люди. Есть у нас пожар. Так. Так, здесь нужна пена. Хорошо. Так, начнем с того, что мы... подключимся к воде. Так, ты можешь сюда проехать? Хотя нет, зачем? Стой здесь. Есть медики у нас. Первую помощь окажем. Так, не стоим, пацаны. Не стоим. Так, бери разветвлитель. Хорошо. Так, этого можно уже госпитализировать. Так. У нас, нам нужна лестница. А как нам туда пробраться? Так, ладно, разберемся по ходу. Можешь прямо здесь бросать это все дело. Так, бери второй. Так, нам надо не допустить... чтобы пламя дошло до пострадавшего, да? Так, а где? Ребята, давайте, тащите. Ты можешь пока этому оказать помощь? Блин, у нас тут подобралось. Ай-яй-яй-яй-яй. А подключиться тут негде. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делать? Ладно, попробуем как-нибудь. Давайте, обижайте. Ты можешь ему оказать помощь? Давайте, пацаны, сюда. Как-нибудь доберитесь. Так, медик наш живой, живой. Так, это ж надо в больницу отправить. Так, вылезайте. Бери огнетушитель. Где наша пена? Подойди дальше. Блин, он сейчас сдохнет. Травма. Ну что ты не видишь, я не понимаю, что тут... А сюда можешь пройти? Ай, блин, вода же закончилась. Ё-моё. Семён Семёныч. Так, у нас скорая приехала, отлично. Давайте-ка. Власти. Вот у нас пострадавший. Этого, кстати, можно вынести пока. Давай, туши. Так. Надо его в безопасное место вынести. Хорошо, здесь у нас что? Здесь у нас все нормально.
Отправляем туда пожарного. Так, ну вроде бы мы справились. Сейчас мы пену положим. Так. Ну так что ты швыряй. Иди подключайся. Он там не нормально все с ним будет, не помрет он. Ну кидай его, кидай об землю. Где эти медики долбаные? Не может, да, оказать? Так, подожди, подожди. Аптечку давайте возьмем. А эту мы возьмем. Большую аптечку. Ну, может же. Ему надо этот сердечный приступ у него. Ну, давай, чё ты. Понёс. Так, так, так. Где наш пацан? Ты там еще не погиб? Давайте срочно в больницу. О! Сейчас мы задуем тут всю пеной. Так, хорошо. Давай, спасай его. Пошли. Девка, пошли. Все, залили все. Так, пострадавших, все отлично. Блин, как-то мы очень быстро прошли это задание. Так, повысили у нас звание. Так, разблокирован автомобиль с установкой пенного тушения. Вот эта вещь классная. После... Так, это не будем читать. Так, вот это нам надо купить по-любому. Пацаны, нам надо это купить. У нас есть место тут? Да, есть. Так, сколько же она стоит? Ага. Порошковое тушение вон будет тоже. Место для инструмента 2. 16 тысяч. Немножко не хватает, да? Немножко, капельку. Капельку. Так. У нас тут повышение было у кого-то. Лидер скорость установки. Давайте вот это выберем. Так. Так, хорошо. Давайте вернемся на станцию. Посмотрим, что у нас... А, у нас здесь легенькое задание будет. Мы туда отправим, как обычно, нашу вот эту машинку отправить. И как раз, я думаю, нам хватит денег, да, чтобы купить новую машину. Так, можно ускорить. Так, ну это за кадром пройду. Так, у нас 16 тысяч, да, отлично. Нам хватит на машинку на новую, да? Так. Автомобиль пенного тушения. Отлично. Так. И мы, наверное, туда что-нибудь тоже. Ахахаха. Давайте мы туда огнетушители покладем еще. Пускай будут. Не знаю почему, но мне кажется, что надо. Так, ну и туда, соответственно, людей мы и не можем посадить. Хорошо. Ее бы надо было как-то, конечно, проверить эту машину. О, вот мы здесь ее и проверим. Отлично. Так, пенная у нас едет. Скорая у нас едет. Лестница у нас едет. И пожарная одна машина. Поехали. А зачем нам там пену, я не понимаю. Ну ладно. Ну, надо опробовать в любом случае. Так, начинаем задание. Посмотрим, что оно себе представляет. Так. Так, так, так. А где все? Так, скоро вижу. Вот наша пенная. А зачем надо... А, вот она для чего нужна. Хорошо. Давай, туши. Так, достаем наших пожарных.
Ну, власти. Давайте лупите. Что-то мы как-то быстро, получается, эту миссию пройдем. Так, ну мы теперь знаем, для чего нам пенная машина нужна. Так, стало спасти этого чудика. Поднимайтесь. Так. Ну, задание мы вообще очень быстро прошли. Ну, мы, во-первых, быстро среагировали. Получается. Так, отлично. Молодцы. Так, у нас есть еще одно задание. Вот, кстати, мы такое не видели еще. Не видели мы. Так, отправляем пожарных. Давайте только не с этой станции, а вот с этой отправим. Я не знаю, что туда еще отправить. Давайте вот эту пенную и еще одних пожарных. Что-то мне как-то плохое предчувствие. Так, а, и медики нам еще нужны. Все, поехали. Всего-то навсего у нас 2000 денег. Это немного. Так, что это за миссия такая? У нас еще не было такой. Так, какое-то офисное здание, что ли? Непонятно. Так, хорошо, где все? Народ, вы где? Так, у нас есть вода. Подключение к воде. И у нас, получается, надо... Хотя нет, я думаю, что мы затушим это все дело просто огнетушителями. Блин, где вы все? Ходи сюда. Так, скорая, ладно, пускай скорая пока там будет. Пенная, пенная. Ну, мы не достанем пенные этой машины нашей. Так, ты тоже пока сюда. Так, рубите ящики. Так, а как нам подключиться, если вдруг что? Надо здесь подключаться. Так. Хорошо. Ну, ломай, ломай. Выключатель. Электричество отрубили. Уже радует. Уже радует. Так. А есть у нас где-нибудь... Есть. Огнетушитель. Так, подключаем воду. На всякий случай. Не знаю, понадобится она нам или нет. Так, нам теперь надо как-то туда забраться. И открыть дверь. Так, машину. Подключаем. Может нам огнетушителями затушить все? Как вариант. Так, нам надо чувака спасти. Чувака надо спасти. Где у нас еще есть людишки? Все-таки надо пенную брать, наверное, я думаю. Так. Хорошо. Давай, ломай, ломай. Так. У нас пожарный сейчас. Копытится. Уходи оттуда в нафиг. И этот тоже, да?
Так, ладно, давайте начнем с того, что спасем пока этого кренделя. Так, подключайся. А ты бери сразу рукав. Так, тут нам негде подключаться, поэтому и не вижу смысла. Так. Затушит он пеной этой один. Не знаю, не факт, мне кажется. Так, хорошо. Бери. Ну и понеслась. О, как быстро. Ой, ой, молодцы. Ай-яй-яй, молодцы. Так. Хорошо, тогда мы попробуем. А не, этих трогать нельзя, да? То они погибнут. Этого тоже нельзя. А есть еще народ? Что ты делаешь? А ты что делаешь? Какого хрена ты там делаешь, что? Так. Бросай его на пол. Ну, я думаю, он спас его. Так. Хорошо. Не, вот эта пенная фигня классная. Тушит супер. Все, отлично. Можно сказать, мы справились. И один. Все, молодцы. Да. Интересный уровень. Так, хорошо. Что у нас дальше? Так, у нас тоже что-то тут, да? Какое-то новое задание, которого раньше не было. Так, вот туда надо пену эту полюбасу брать. Нам надо скорая. А, ну и возьмем две пожарки, ну. Не будет лишнее, не так. Отправляем. Тоже здания этого не было у нас. Так, ускоримся. Ускоримся. И начинаем. Опа! Что у нас здесь происходит? Хорошо. Так, 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 так. Так, нам надо людей повыносить сначала, да? Первонаперво. Подожди ты. А мы не можем проехать туда. Стой. Вот стой здесь. Откройте. Дайте проехать. Дядьки. Так. А этих мы выносим сейчас. Ну что ты там стало? Объясни, блин. Так. Оно, кстати, довольно быстро тушит тоже. Так, где наши медики? Все. Все очень было легко и просто. Так. Все это можно в госпиталь отправлять. Давай этого домой. А чего этот не лечится? Или только одного можно? А, ну, одна типа машина. Ну, ясно. Ладно. Обождем. Так, эту можно отправлять... Вернуться на станцию. Да и этих можно отправлять. Команда не в машине. Все, сейчас медики.
Смотрит. Так, где вы там? Ну, что у него за диагноз? Расскажи нам. Хорошо. Все? Очень быстро, оперативно все сделали. Профессионалы, ё-моё. Как-то так, да? Ладно. А где что, еще один пострадавший? Не понял. Не, все нормально. Я уже перепугался. Так, дали немножко нам. Ребенок дорисовал ваш портрет. Какая прелесть. Так, у нас есть еще одно задание. Оно на легкое. Только единственное, кого туда отправить. Кого туда отправить? Ворон, кстати, туда пену еще отправить. Там же у нас, типа, электричество. Типа. Так, ускоряемся, пацаны. Есть у нас еще. О, кстати, тоже новое какое-то заданице. Так. Чё у нас так быстро полетело время? Так. Посмотрим, мы сможем как-то затушить вот этой машиной нашей? Не можем мы, да? Похоже. Похоже на то. Ну а где та? Или там надо эту дверь сломать? Ну, власть, власть. Так, ладно, на всякий случай возьмем пену. Но нам ради интереса узнать, да? Так, ну достанешь ты? Не, нифига. Ну хотя, по идее, теоретически должна она доставать. Ладно. Не суть. Можно электричество, кстати, отрубить. Так, чисто. По приколу. Так, все. Ну, все быстро моментом. Шик-шик-шик. Не, пенная вообще классная вещь. Так, все, есть. И у нас есть задание, опять же, да? Все то же самое. Так, профессиональный пожарный. Ну, конечно, пожарный профессиональный, ё-моё. Нам уже надо было бы этот... Новый офис выделять. Так, что ж у нас это за задание? У нас такого еще не было. Сейчас посмотрим. А, тут и тут все фигня. Какой-то трактор. Комбайн. Прикольно. Так, где кто? Ты достанешь до сюда? О, вообще класс. И все, так быстро. Ну, теперь мы знаем, кого надо посылать на это задание, да? Прикольно, ладно. Так, хорошо. Профессионалы, конечно, профессионалы. Так, задания у нас пока нету. И на этом, наверное, мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Да, мы приобрели новый автомобиль. Вот, дальше будет интереснее, я надеюсь. И увидимся в следующей серии. А я вам говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!